Hello всем, hello, ребятки, будем начинать! Сегодня нас ждут великие дела, сегодня я хочу получить лошадку себе. Да, попробуем отбить легкую броню, ну и дальше, как всегда, я буду тупить. Ну, все по графику. Игра, давайте проверим. Супер легендарная сложность в режиме выживания. Конечно же, прозрачный худ. Яркость, конечно, нужно для супер легендарной на минимум, да, знаете, чтобы было. Но, чтобы вам было комфортнее смотреть дома под чайком, я все-таки сделаю вот такой вот. Угу. Да, и мне с этим освещением, которое мне долбит в трех местах. Ну, короче, ладно. Светом в лицо. Иногда даже плохо видно в темных помещениях. Надо будет настроить вебку, чтобы минимум освещения, и мне нормально было видно и вам, и всем комфортно, классно. Ладно, все, прекращаю трындеть. Все хорошо. Кстати, как там мне с эффектом? Я усталость. Усталость, и, по-моему, нам нужно поднять уровень. А пойдемте. Хотя, подождите. Легендарное существо, питомец, грязи краба, потеряна библиотека, дар, вау, закаченов, привет, спасибо тебе. Привет, Ваня, удачного стрима. Я скинул тебе мой номер на почту, точка, пусть дорога приведет тебя в теплые пески Эльсвейра. Хорошо, я обязательно проверю и напишу, спасибо. Блин, ударился об стол. Вот. Шепчущий лошадям. Это мне нужно. И, по-моему, мне нужно отправиться куда? Ага, мне, по-моему... Стоп. Куда? Меня оно отсылает? Сюда? О, оно, видимо, рандомно. Тогда было в Маркарте. Почему не в Айтране, да? Чтобы никуда уже не отправляться. Ну, куда едем? Винхельм. Залезай в повозку. Здесь мы еще не были в этом прохождении. Кирилл Костенко, крутые видео. Да ладно, какие там крутые. Столько ошибок, грамматических, других, третьих, четвертых, что немножечко страшно. Холодно. Я прям чувствую. Это не моя лошадка тут? Не моя. Так, где наш парень? Где он отдыхает? Стой! Да вы издеваетесь! Да, мне нужно туда. Вот черт! Сейчас, получается, взломаю, меня арестуют и оштрафуют. Нет. Ну что ж, придется все-таки зайти в город и поспать, отдохнуть, повысить уровень. И потом только купим карту. Вот. Ирина, привет. Ирина, Тёма, привет. Мастер Про, здорово. Здорово, дружище, приветик. Рад тебя видеть. Сайт доната не работает? Да вроде работал. Ребята, что только что донатили. Едите нашу еду, отравляете наш город своим присутствием и отказываетесь... Да, там все наезжает на бедных данмеров, которые эмигрировали с Моровинда. Маэстро Хахаржиса. Комнату. Мне, пожалуйста, комнату. Попробуй свежий. Хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Или я тут был? Да вот здесь, по-моему, она. Но постарайся, ничего. Час ночи, и мы, наверное, 6, 7, 10. Отлично. Так. Показатели непонятные. Ну, потому что штрафы мне наложили, теперь думай. Энеки, запас сил. У нас запас сил, чтобы было, как говорится, сложнее. Восстановление. Регенерация. Угу. Любые заклинания на более эффективные, на 50% более эффективные, лечебные, да, по-моему? Нет. Мне нужно делать так, чтобы меня по легкой броне били, а то как-то, знаете, меня не бьют, а если кто-то ударит, то я сразу умираю. В результате какой-то, знаете, такой вот парадокс, что нужно искать лучше броню, иначе дальше будет хуже. Двуручное оружие, которое мне нужно прокачать, и я сейчас, к сожалению, ничего не прокачаю. Также
Также в этом прохождении, конечно, бы я хотел еще прокачать себе, ребятки, знаете что? Алхимию. Да, именно алхимию, потому что будем делать зелье. Будем делать зелье и пользоваться ими. На 20% сильнее отличника. Т6 будет в Хайроке. Все может быть. Все. Алекс, привет. Спасибо за донат. Слушаем твое сообщение. Привет. Пойдешь в темное братство? Кстати, темное братство. А почему бы и нет? Слушай, почему бы и нет? Ну, это немножечко позже. У меня на самом деле такая вот история сейчас. Немножечко пройти по главному квесту, получить крики, нормальные крики. Безжалостная сила, чтобы они иногда меня спасали. И посох. Я никак не заберу посох некроманта. Все говорю, надо. Но постоянно что-то меня сбивает. Что-то-то-то. Самаэль, привет. Талмар, 5 евро. Ого. Давай убьем случайного прохожего. Это что такое за подкуп какой-то? Слушай, я, конечно, спасибо тебе за донат. Давай какого-то прохожего бандита. Ага, договорились. А такого как-то не хочется, ну серьезно. Не-не-не-не-не. Спасибо тебе. 5 евро. Че себе. А где он? И почему, черт-то, дверь закрыта? А, мы его пробежали. Вон он идет. Ладно, пойдемте. Слава Доминиону! Талмару слава? А, Дари, как-то не очень тебе все стыковывается. Люди клана, если я заработаю на ферме, нужно... Это не ты, чуть-чуть дальше. Третий альмерский Доминион. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся... Не верь в Талос, не верь в Ярис. Братья Буря, только группа бандитов с опасным, большим количеством. Вступай в Талморский легион. Мы дадим горячую еду и хорошую постель. Слава Талмыру. Братья Бури и Талос говно. Да. Ты красавчик, как всегда. Я хочу карту мест обитания диких лошадей. Конечно. Бывает, что только быстро искать. Так, ребят, ну что ж, получили карту. И теперь можем себе бесплатно получить лошадку. Но сейчас открывается другой квест, который мне, ну, нужно сбегать, конечно же, пешочком туда Винтерхолд. Черт, обратно что придется пешочком бежать. О, вот тебе легендарная сложность. Вот тебе и легендарка. Да. Марко М, привет. Вау, мой факел погас. Так. Лошадки. Где у нас Багира? Привет, давно тебя не слышал. Приветствую. Как дело на работе? Библиотуп. Привет. На работе, ну, как тебе сказать, я ушел. Да, я с работы ушел, и теперь стримы каждый день. Посмотрим, как получится. Если все будет нормально, то также буду стримить. Если нет, то обратно на работу. Ну, это жизнь. Привет тебе. Я хочу классненькую лошадку. Я не хочу обыкновенную. Серьезно, Талмар. Талмар сегодня в ударе, я смотрю. Спасибо. Талмор спонсирует братьев Буря иностранной валютой. Вот как. Это странно, это очень странно. Спасибо тебе. Спасибо. Так, я немножечко растерялся. Ладненько, давайте все по плану. Я могу от... Ну, куда едем? Мы отправляемся в Винтерхолд. Залезай в повозку
и отчалим. Хреново, что от Винтерхолда нет повозки, и нельзя туда отправиться. Айдар, привет! Зака Ченнел, спасибо тебе еще раз. Бы тебе не пойти к соратникам. Вань, когда будет наш любимый кадр? Я кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Ого, письмо от Ярла. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Может быть, даже очень скоро. Во-во-во-во, подождите, это что было? Голод! Я вообще давно не ел. Ах, да, я же там далеко ехал. Плюс второе путешествие сделал и думаю, что-то я есть так хочу. Вот, стало лучше. Ну что ж, я думаю, мы сейчас пройдем. Переходи мост на свой страх и риск. Будь опасен, угу. А врата не откроются. Мой долг помогать тем, кто... И если более важный вопрос, зачем здесь? В коллегию можно войти? Но что ты хочешь найти внутри? Я хочу уничтожить своих врагов... Подождите. Я хочу уничтожить своих врагов силой огня и льда. Нет, я как-то не так. О, я хочу подчинить свою себе волю окружающим. Я сегодня вообще в ударе читать. Что-то я как-то вообще... Ага, я хочу исследовать тайны Этериуса. Давайте это. А, план бессмертных. Говорят, что он источник всякой магии. Вау. Воистину, это благородная цель. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Привет. Он должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Хочу 10 минут. Что, Тинлис? Что ты такое говоришь? Я пройду. Отлично. Мастера колдовства полагаются на помощь огненных атронахов. Призови такого. Это докажет твое умение. Что? Я не знаю такого. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Господи, вы посмотрите, это просто шедевр секрета. Вы сразу можете получить огненного атронаха всего лишь за 30 монет. Это халява. Это реально халява. Господи, хоть бери дело секрета Скайрима. Ну серьезно, смотрите, за 30 копеек огненный атронах. Пожалуйста. Теперь покажи, как ты его применяешь. А, только смогу ли я его использовать? Это уже другой вопрос. Классная плюшечка, кстати. Как бы там ни было. Изи! Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Угу. Отличная работа. Классно. Не, ну серьезно, смотрите. За 30 секунд мы получили данные. Так она, по-моему, 300 или 400 стоит, да? Халява. Не, ну конечно, сначала сюда нужно прибежать. И только потом. И то она, по-моему, случайным образом. Хотя, смотря что ты выберешь. Хм, классно. Компаньона может взять, а? Ага, чтобы его взять, нужно сначала сейчас пройти квест, и только... Нет. Квест я как-то не планировал. Заклинания, которые блокируют магию. Талмар, ты сегодня в ударе. Вступайте в Талмар. Мы посланцы мира, свободу несем. Если надо, на пути всех снесем. Вот так вот. Все в Талмар. Ну, хорошо, когда есть выбор. Книга телекинеза, и вот что нам нужно. Да. Теперь мы узнали, где видели последнего мифического единорога.
Пойдемте быстрее попробуем его приручить. Котика я сейчас не возьму, потому что нужно пройти квестик. Нужно пройти квестик. Хотя... Может, все-таки пройдем его? А давайте пройдем. Нет. И везде бежать пешком? Нет, ребятки. Давайте сначала возьмем все-таки... Ванюшка! Спасибо! Постоянно смотрю твои ролики и сразу начинаю сам играть в Skyrim. Да, 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 да. Я, честно говоря, тоже люблю. Люблю полазить по геймингу и посмотреть чьи-то стримчики. Вы знаете, у всех разные тактики, все по-разному играют. Кто-то на легком, кто-то на среднем, кто-то на реквием, еще разные режимы. И все по-разному. И каждый раз ты видишь что-то. Это моя лошадка? О, это, оказывается, была моя лошадка. Я просто забыл, как она выглядит. Ладненько. Тем лучше. Вот. И так классно смотреть вот это вот. И, ну, Skyrim это такая игра, которая просто ты начинаешь заново, и ты можешь проходить по-разному, по-другому. Хочешь главный квест, хочешь не главный квест. Хочешь сразу на остров отправляйся и получаешь мега-супер-хардкор пилюлей по зубам. Или еще как-то. Хочешь супер-скрытности, знаете. Вот раньше мне очень нравилась скрытность. Тишина, ночь. И я своим лучником по чуть-чуть крадусь. Один выстрел, и бегом-бегом прятаться. Опять все успокаивается, и по чуть-чуть вот так вот прохожу. Ну, классно. Получаем разные бонусы, разные плюшечки. Да. Будем надеяться, что шестые свитки будут такими же шедевральными, как и Skyrim, Oblivion... Morrowind. Ну, мы знаем, что да, именно так и будет. Это все-таки не какая-то другая компания. Это Bethesda делает. И уж поверьте, мне кажется, они постараются сделать так, чтобы это было невероятно. Но есть, конечно, другая сторона. Другая сторона медали, можно так сказать. Ой-ой-ой. Холодно. Новые технологии. Новое поколение. 100% в компанию приходят новые люди, которые предлагают свои новые идеи, которые больше будут интересны более молодому поколению. А мы, старперы, на это можем сказать: фу, в Обливине было лучше. Или, как я скажу: да ладно, лучше в Skyrim. По-любому такое будет. По-любому я вот 100% такое будет. The Cat Channel, спасибо тебе. Ваня хотел спросить, а как относишься к оскорблениям в твою сторону? Твои верные пищики всегда с тобой. Да ну как отношусь? Конечно, негативно. Но, видимо, у них что-то не так. Знаешь, видимо, у них какое-то, можно даже сказать, горе, несчастье. Обычно, когда человеку плохо, и он старается сделать кому-то плохо. Ну, это лично раньше у меня такое было, знаешь... Вот хреново ты настроение, ты заходишь куда-то и начинаешь писать, ну, реально гадости. Почему? Да потому что у тебя хреново настроение, тебе нужно как-то успокоиться, и ты хочешь поделиться своим злом с другим. И вот этих ребят, видимо, ну не знаю, накипело. Накипело, или же они просто хотят хайпануть, что у них в принципе и получилось. Молодцы. Ну, как говорится, время расставит. Ой-ой-ой, снежный волк, отстань! Отстань, дружочек! Он может легко загрызть на лихе. Ой-ой-ой-ой-ой, кусок мяса оторвал-то! И продолжает кусать. Отстань. Отстань, дружок. Как же тут холодно, еще ночь. Куда я вообще... Вот, правильно, мы двигаемся. Вот. Так, погнали. Так что не нужно злиться на таких людей. Просто... Я на них не обращаю внимания. Это самое большое. Так, все, нету. Самое большое наказание для них. Не обращать на них внимания. Поверь, это работает. Так.
Все хорошо. Ладненько, пока скачу. Можно в чатик позалипать. Хотя кто это? А, это орк. На! Который постоянно пристает. Давай подеремся. Давай. Воу. Галмар, каменный кулак. Привет, братья Бури Топ. Братья Бури Топ, спасибо. Классно подошел к донату. Блин, ну это круто, когда ребята, знаете, подходят творчески к этим всем делам. Это запоминается. Так, ребятки, ну что ж, сейчас мы отправимся в Рифтон. Пешочком не хочу. Пешочком мы и так вот с Винтерхолда бежали. Сейчас мы через Рифтон. Кстати, есть новости. Есть важные новости. А, кто подписан на мой инстаграм? Подвести. Я могу отвезти. Ну, куда едем? Давай, Рифтон. Залезай в повозку и отчали. Те, наверное, видели, что я приобрел себе наконец-то жесткий диск на 240 гигабайтов. И теперь у меня есть место для Fallout 4. И, ребят, следующий стримчик, следующее видео после недели Скоримчика. Да, 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 будет Fallout 4. Новое прохождение в стримах. Все будет выкладываться на мой новый канал. Он есть в описании, он есть в описании моего канала основного, там чисто записи ваших стримов, так что, ну, чтобы знали. Хорошо? Так. Голод уставший. Угу. Угу. Я уже нормально так устал, так что в любом случае нужно бежать. Хотя есть лагерь. Нет, лагерь мы оставим немножечко для других целей. Хорошей игры тебе. Семки 228. Спасибо. А что-то я заблочили? Не знаю. Ты тут тоже недавно, да? Ну, как сказать, недавно. Так себе. Только ТС-5? Нет, конечно. Не только ТС-5. Добро пожаловать. Или ты не то, Тенлис. Если есть хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Только скажи. У нас с тобой никаких дел нет, так что проваливай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай нормально поспим. Дай мне знать. Это не Талмар, это ложный Талмар. Я донатил один раз. Третий Алмерский Доминион. Я понял. Ложные Талмеры. Какой-то... Черт, что происходит вообще? Блин, я же забыл выложить драконьи кости, но нужно еще знать, куда их выложить, потому что они слишком много весят и занимают очень много. Очень много они занимают у меня. Так, яблочки. Нет, не выбросить. Я хочу скушать. Отличненько. Так, ребятки, что-то мы бегаем. Когда и дня, честно. Вы смотрите, куда он пришел. Я намек понял, хочу поговорить. Намек простой. Отстань! Когда и дня, честно, не работал. Я немножечко занят. У меня сейчас более важные дела. Я должен получить лошадку. Привет, Кэт. Ответь на вопрос. Kill luck. А на какой вопрос? Нью-Вегас. Плюс в чат. Нью-Вегас. Я, кстати, когда-то начинал, но так и не прошел данный шедевр. И... Так, погоди. Путь голоса. Это, конечно, хорошо. Но мне нужны лошадки. Где лошадки? Гибельную грань получить? Да нет, я же не лучник. Ага, мой питомец. Норские драгоценности. Паладин. Мир Watch. Так, погоди. Лошадка должна быть здесь. После активации квеста она должна была появиться, но почему-то... А, вот же. Господи. Нам сюда. Сразу поворачиваем и погнали. Влад Крыло, привет. Ваня, не игнорь. Айдар, что случилось?
Dota 2 играешь? Да. Иногда играю, когда хреновое настроение, признаюсь честно. Бывает. Бывает. Да что, знаете, хреновое настроение — это... У меня оно частенько. Зайду в комментарии, кто-то меня как-то обозвет, и... Да, у меня может испортиться настроение даже после одного комментария. А уж поверьте, много людей, которые меня обзывают. Так что бывает хреновое настроение. Я проголодался? Уже? Ах, ну да. Так что, иногда играю. Играю, психану, удалю. Установлю, удалю. Установлю, удалю. И, ну, те, кто у меня в стиме есть, те это видят. Пища. Вот. Что там, охотники? На кого это вы охотитесь, ребятки? И где-то здесь. По-моему, вот там вот обитает наше легендарное существо. Привет всем. Привет. Древний фаунерский шлем. Знаю. Знаю. Но самые интересные видео, друзья, будут выходить в декабре. Запомните. Уже скоро. Вот наше легендарное существо. Стой! Стой, 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 стой. Сначала нужно его поймать. И немножечко приручить. Стоять. Все хорошо. Ух! Еще с факелом так забавно он отлетает. Мордой. Иди сюда. Полетаем немножечко. Давай. Приручайся. Кто там? Волк. Почему не делай сальто назад, знаете, так было бы эпичненько. Воу, воу. Твою медь. Это же где я последний раз сохранялся? По-моему, перед Рифтоном, ребятки. Кажется, сейчас мне будет пипец. Легкую броню давайте повысим. Правда, это меня не спасет. Я сейчас пока встану, он по-любому хоть раз меня укусит. А зелий... А зелий у меня нету. Креативи, привет. Константин Умнов, привет. Первый раз. Ну что ж, тогда увидишь, как меня сейчас съест этот... Ай, ну какого черта? Что? Что только что случилось? Что это было? Я нифига только что не понял, кто убил вообще волка? Саблезуб. Очень сильный. Отстань от меня. На! А ну отстань! Охотники помогли мне, что ли? Вы такое видели? Мне просто оставался один удар. Еще один саблезуб. То откуда вы взялись, черт? Он еще, по-моему, за мной выбежал, да? Охотники помогают. Охотники, давайте сохранимся. Не трогай мою лошадку! Хватит, уже один раз в обливине убили. Единорога. Фух. Все. Нет, черт, еще не приручили. Ну давай. Давай! Ну! Есть! Все, ребятки. Приручили. Ох,
Что это в голове у меня стрела? Вы посмотрите. Это, черт подери, странно. А, да, он еще вылазит через всю голову. Enter Game, привет, спасибо за донат. Привет. Я вчера уже донатил, помнишь? Конечно, помнишь. И покажи Ванюшу Пеже. Двоеточие Д. Хорошо. Если что, напомнишь в конце, он сейчас гуляет и будет чуть попозже. Спасибо за донат. Вы посмотрите. Господи, почему стрела не исчезает? В глаз влетела, шея вылезла, но лошадка нормально себя чувствует. Почему бы и нет? Подумаешь, это всего лишь железная стрела. Обожаю Skyrim. Черт. Ладно. Ладно. Давайте будем возвращаться. Обратненько. Все, лошадка есть. Нужно теперь седло на нее, и все будет хорошо. Единорог пока бессмертен. Я не знаю, как в будущем, но пока в игре он бессмертен, и можно прыгать с любой высоты. Это немножечко читерство, да, и теперь единорог не будет разбиваться, и вы не будете разбиваться, но только если вы прыгнете с большой высоты, и там будет ровно. Если, например, вы начнете еще кувыркаться дальше и падать, то, к сожалению, разобьетесь. Что такое? Отстань! Какой-то каджит пристал. Отстань, отстань, отстань. Вот. Все. Приехали. Теперь мы отправляемся... Подвести. Вайтран. Я могу отвезти тебя в столицу любого владения. Черт. Походу из-за этого каджита. Да, вон он бежит. Поехали помогать. Ребят, зачем мне компаньон, если уже есть такая вот лошадка, которая будет мне помогать? Мистер Кот убивает каджита. Это жизнь. Это Skyrim. Бандиты, гады. А что за фигня? Там лучник где-то. А у меня лучник по чуть-чуть. Голенький этот. Чуть не... Воу, 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 воу. Конечно, все понимаю. На! Это было больно. Такая подача. Да, с такой лошадкой, как говорится, можно и зомби не вызывать. Фух. Отличненько. Привет. Привет всем, кто только зашел. Да, играем. Чатик мой бежал, но сейчас я верну его. Давайте, ребят, да? Повозку. Ну, куда едем? Солитьют Вайтран. Залезай в повозку и отчаливай. Хочется пройти какую-то локацию. Потому что вот это вот, знаете, все. Бегаю, 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 бегаю. Что? Чего ждем? Парень, ну мы поедем или как? Или ты кого-то ждешь? Что происходит вообще? Котов этих, знаешь? Они себя зовут каджиты. Такого я еще не видел. Видели, я встал и он поехал. Я не знаю. Воу, видимо какой-то глюк-баг или что-то в этом роде, но черт, ладненько. Сейчас, ребятки, погодите. Я ваш чатик поправлю. Убежал. Skyrim 5, привет. Знал. Фронтс знал. Сундучок, который не видно. Он иногда еще лагает и вообще текстурно пропадает. И он, как бы, знаешь, открываешь, он такой невидимый, необычно.
А, стража вампиров, стража рассвета или вампир. Честно говоря, я больше хотел за стражу поиграть. Угу. Тебе явно нужна боевая лошадь, как я погляжу. Нет. А давай зарегистрируем, сменим седло. Конечно. Как тебя зовут, я все равно не узнаю, потому что прозрачный худ. Лучше скачки на быстрые лошади. Конечно. Белая... Ну, вы поняли, что за седло я одену. Это нормально. Ладненько, ребят. Давайте сейчас в White Run отдохнем, поспим, поедим. Выживание все-таки. Все-таки выживание. Кстати, те ребята, которые ждут, и я жду Fallout 76, сейчас играют только в режиме выживания. Почему? Да потому что Fallout 76 это и будет только режим выживания. Да, там нужно будет есть, там нужно будет спать, и там нельзя будет отключить этот режим. Постоянно выживание. Вот. Кстати, скоро будет бета на ПК, и я запишу ролик, он выйдет официально на моем канале раньше релиза. Будем надеяться, или же мне запретят. Я не знаю, там бывает такое, что на ПК запрещают тех, кто участвует в бете, иначе могут штрафануть. Знаешь, да, не знаю как. Ну, посмотрим. Посмотрим, в принципе, на Xbox'ах нормально позаписывали записи. Кто-то там, говорят, это шедевр, кто-то плюется. Но, как всегда, много-много поклонников Fallout'а недовольны Fallout'ом 76. Но я считаю, что Fallout 76 это правильное решение. Потому что если бы они не сделали Fallout 76, мы бы не знали, хорошо это или плохо, понимаете? Bethesda тем и классно, что они экспериментируют. Это здорово, это обалденно, я считаю. Здорово, перцы. Фестин, привет. Сообщение отправлено на модерку. Ну да, такие сообщения, типа стук, стук, Сэмки. Оно блокируется у меня. Это YouTube. Это все блокирует YouTube, так что не обижаемся. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте-ка я сейчас подкреплюсь. Вот. И мы... В маленькой нычечке, вот в этой, оставим немножечко нашего лута, да? Вот маленький сундучок. Заберем монетки, солому, уголь, в принципе, уголь можно взять. Мы сюда, вот, сложим вот эти тяжелющие вещички. Просто очень тяжелое полено. Зачем мне полено? Они тоже по 5 килограмм, все. 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 Диманчик Шоу, привет. Сев 2544. Да ладно, что ты так заладил? Господи, отвечай по-нормальному. Я же тебе ответил. Бомбит. Бомбит. Вот. Абдуллах, ты крутой. Ты крутой. О, лошадка наша тут и осталась. Замечательно. И вот так вот мы рванем. Давайте сделаем вот так вот. Сейчас я быстренько. Ну, постараюсь быстренько. Отправиться к Седобородам. Немножечко продолжим главный квест. Я просто хочу к Седобородам отправиться, чтобы там активировались кое-какие другие квесты. И мы отправимся за другими крутыми плюшечками. Как отправиться быстро к Седобородам, вы знаете уже, после моего нестандартного прохождения. Я нашел быстрый способ туда, самый быстрый, если вы играете в режиме выживания, но... Кто там? Дракон! Да ну нафиг! Может, он нас не замечает? Не заметит? Давайте рванем быстро. Ну не хочу! Не хочу я сейчас с ним драться полчаса. Серьезно. Нафиг. Там какой-то бандит, что ли, да, меня ждет?
Да, вор. Пока, дружище. Пока. Мне сейчас некогда. Мы дракона сигнорили. И думаю, вора так тем более. Самое классное, мне нравятся мемасики, но это на самом деле так. Ты берешь, превращаешься в облик лорда-вампира. И такой ночью летишь, знаешь, или бежишь. И тут к тебе подбегает вор и такой, давай, давай деньги. Типа ты какой-то простой. Ты, черт подери, вампир-лорд. Он должен тебя увидеть, просто убежать от тебя. Хотелось бы в шестых свитках, чтобы вот это вот все более, знаешь, сильно работало на NPC. И если у тебя есть какой-то ранг, чтобы игрок получал ранг, именно ранг игровой какой-то важности. И там, например, если ты уже какой-то важный, у тебя там какая-то одежда, черт, что встал-то. Если тебе палит какой-то вор, он... О, дружище, не-не-не-не-не. Не, ну, в принципе, черт. Дракон все-таки меня спалил. Отстань! Вот нафиг! Самый быстрый способ, конечно! Конечно-конечно, это знаете, я так сказал про дракона, что... Фу, дракона на изи! На изи-бризи тут такой... Ага, сейчас на изи! Будет тебе быстрый способ поднятия на высоких Ротгар? Конечно! Конечно будет! Сейчас! И чувствую, сейчас он нас подпалит. Не знаю, почему мы еще не сгорели. Почему он нас еще не спалил. Мне просто, наверное, везет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай, лошадка. Давай, я знаю, ты можешь. Вот-вот-вот. Вот так вот. Лошади в Скайриме могут многое. Забраться куда угодно, это фича, конечно. Надеюсь, в шестых свитках пофиксят. Черт, по-моему, я немножечко не так как-то сделал. И немножечко не так путешествую на своей лошадке. Там была какая-то попроще тропинка. Что происходит? Да, ребятки, видимо, мой способ уже не такой простой, как мне казалось. Дракон. Я еще немножечко заблудился. Все-таки. Было все намного проще. Какого черта? Куда я забрался? Вот черт. Это что, я под мостом сейчас окажусь, да? Ай, да что такое? Да, как говорится, решил схитрить, но не там-то было. Игра тебя накажет. Да, видимо, я что-то напутал. Два раза нормально поднимался. Слишком давно я не играл в выживание, да? Я заблудился. Черт. Да что ж такое? Что-то пошло не так. Воу! Вот это да! Не знаю, как мы еще остались живы. Но явно что-то идет не так. Решил побыстрее. Получилось, как всегда. Вот, по-моему, этот склон. Я просто... Ну, не там рванул я, не там. Надо брать Пегаса. Вот, смотри ты. Ты посмотри, как он летит. Это какая-то красота. Не, ребят, я как-то неправильно сделал. Что-то не так я туда поехал. Это нужно будет еще раз. Вот скала это. Может, я слишком рано. А, нет, нет, вот. Вернулся так же, но просто там я где-то не так повернул. Где-то не так завернул. И в результате я... Ох, ладно. К седобородым. Приехали, наконец-то. Фух! Не, ну если бы я все честно сейчас бы бежал бы, ребят, это было бы намного дольше. Намного. Кто знает песню? Расист в чате. Так,
А вот ты. Я здесь по вашему зову. Мы должны проверить, правда ли у тебя есть дар. Покажи нам, что можешь, Долокин. Дай нам услышать. Нет, предатель, Доминион. Ну ёп! Использовал, просрал талант, как говорится. Михаил, спасибо тебе. Иван, вы крутой. Благодаря вам я знаю много и про Скайрим. Спасибо вам. Спасибо тебе. Спасибо и тебе. У вас всего четверо. Почему драконы возвращаются? Появление дракона рожденного. Да, диалоги тут, кстати, надолго. Так что давайте их быстренько пропустим. Хорошо. Тогда тебе не нужно будет страшиться будущего. Погоди, почему заново? Многие верят. Посылают в мир боги в час великой нужды. Нет, тебе нужно сосредоточиться на совершенствовании своего голоса. Такое бывает. Такое иногда бывает. Давайте-ка я немножечко перезайду. Анастасия Граф, привет тебе. Привет. Максим, привет. Лол, серьезно? Да направит тебя пятеро. Наш вождь Партурнакс. Наверху. Помним, помним. Может открыть путь. Мы изучаем им, но сейчас иной случай. Нам выпала честь вести Довокина их голоса. Почему другие не говорят? Да ладно, никто, если, ребята, вы пропустили, то особо ничего интересного вы не пропустили. Я получил лошадку, я много бегаю, и я, честно говоря, уже очень соскучился по какому-то, не знаю, квесту, по какой-то локации. Я хочу что-то зачистить, я просто не могу, потому что, ну, хочу. Тут еще что-то с путем голоса. Где я хочу учиться? Когда твой голос сможет... Он был после... Юрген... Предатель... Но мы пытаемся достичь этой гармонии... Пути голоса. Путь голоса. Может, у него еще раз крикнуть? Да направляет тебя ветер. А может, кое-что, знаете, залагал, потому что я зашел не через ту дверь. Такое бывает, знаете. Такое бывает, это нормально. Вот, вот. Слышали? Сработало. Скорее всего, это из-за этого. А может, оно теперь забагалось, потому что я раньше за все у него поспрашивал, да? А, все нормально. Все нормально. Иван, добавь в стиме. СССР. Ого!
На этом перекрестке, где охотники много пасхалок и встреч прочитай, там нужен будет посох Сангвина 10000, золотой посох Лабаджок, и пасхалки откроются, это у Рифтона. Ёб тебе, какой-то чувак с чата уже полчаса о пасхалке говорит, а игноришь. Простите, простите за эти пасхалки. Так, кто-то мне пасхалки уже полчаса пишет. Я уже получил крик, я даже не смотрел вниз. Так, сейчас тренировку. Веселый человек, что-то такое. Кто-то тут грубит или еще что-то. Лис один, привет. Привет из Тольятти. Вау, это что такое? Это откуда? Это город в России? Или это какая-то другая страна? Ваня, Максим, Дмитрюк. Что такое? И после этого либералы против коммунизма. Ой, давай не будем. Так, черт, я, кажется, пропустил тренировку. Помню, в самом начале игры, когда я только первый раз проходил, я долго не мог пройти этот квест. Почему? Потому что я нажимал крик, но не дожимал его, потому что я срабатывал только на один крик. А тут нужно, знаете, как бы нажать посильнее, и тогда, чтобы сработало два крика. Как меня тогда бесило. Я думаю, ну черт, я же делаю все точно так же. Только потом я зашел в меню и попробовал длинный крик. Ну, просто маленькая такая вот. Будешь играть в Ведьмака? Да, 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 официально заявляю, да. Что Ведьмак у меня начнется, будет прохождение на канале. Стримов, к сожалению, не будет. Почему? Потому что там цензура и всякое такое. Я буду обрабатывать записи. Я его ни разу не проходил там, знаете, только самое начало. Я доходил до какой-то там таверны, паба местного, и все, и больше не играл. Ну, после таверны, по-моему, там драка какая-то, и все. Серьезно. Ну, попробуй пройти и посмотрим, как пойдет. Так, сейчас мы получим стремительный рывок и будем стремительно направляться и зачищать какую-то локацию, потому что я устал. Я хочу что-то попроходить. Я хочу. Просто черт хочу. Да, лошадка? Единорог мой. Ребят, давайте побыстрее. Я их подожду возле костра. Почему? Да потому что тут тепло. Выживание, костры добавляют тепло и вам комфортно. А там сейчас холодно, я замерзаю. И факел уберу пока вот так вот. Иван! Ваня, это самый крутой геймер. Да ладно! Какой крутой геймер? Если ты будешь играть что-то кроме Скайрима, то во что? Давай топ, я тебе расскажу, что я хочу, во что я хочу играть. Я хочу играть в Fallout 4. Я хочу играть в Ведьмака. Я хочу играть в Fallout 76, который выйдет 10... Не, 14 числа, по-моему, да? Я хочу играть в симулятор охоты, очень крутой, и будут по нему стримчики. Я знаю, будет мало смотреть, но я хочу. Он, это все появится в ближайшее время, но сейчас пока неделька стримов по Скайриму. Скорее всего, с понедельника, ребят. Скорее всего, с понедельника. Так, ребят. Все, получил. И классно. Давайте быстренько сюда и будем двигаться дальше. Иван Квасов, привет, приветик. По твою душу пришел? Темный рейд. Ууу, высра, да? Руслан, привет. Гух Fallout. Да, Fallout будет. Давайте сейчас только переключусь вот так вот, чтобы все сработало. Я тоже не мог пройти.
Я вызываю тебя на бой Скайрима. Слушайте, а классно, да? Если... Вау! Черт! Черт! Криво стал. Так, я готов. Поехали. Все. Прости. Новосибирск, привет. Мир мира. Ты крутой. Да ладно. Какой я крутой. Ну, спасибо. Артур, привет. А разве не всякий может? Добудь рог Юргена. Это, конечно, классно, а как обойти так, чтобы спуститься нормально и не умереть? Ребят. Это мне обратно, что ли? А, мы обратно так и, спустимся. Вот, смотрите. О, закрыли. Перед носом прям. Давайте сохранимся. И попробуем вот здесь. Вот так вот. Аккуратненько. Осторожненько спуститься. Вау. Вау! Что это было? Воу, я не знаю, что это происходит, но смотрится забавно. Вы посмотрите, как я быстро спустился. Вообще изи. Черт, спускаться намного проще. Да, наш Пегас, конечно, шикарен. Он бессмертен, и, наверное, если бы я сейчас был на простой лошадке, то давным-давно бы уже умер. Так что погнали обратно в Айтран. Поспим, отдохнем. Передохнем. И отправимся зачищать какие-то локации. Да. Да, ребятки. Я все-таки хочу взять Каджитика. Чем раньше, тем лучше. Потому что у него уровень будет качаться так же, как и у меня. У него уровень не ограничен в прокачке. Пойдем получать себе Джарга. А поспать в коллегии Винтерхолд? А, смотрите, мне там сразу дадут комнатку. Мы там поспим. У нас там будет ящик с вещами. Вот, шикарно. Просто шикарно. Сейчас отправляемся быстро. Быстро в Айтран. Все решено. Все решено. Там как раз будет локация. Валера, спасибо огромное. Огромнейшее тебе спасибо. Ваня, все давно хотел тебя спросить. Какая твоя самая любимая игра? Самая любимая игра? Самая любимая игра? Самая любимая игра — это та игра, которую ты играешь чаще всего. Самая любимая игра — это та игра, которую... Если не считать ту... То все просто. Самая любимая игра, ребят. Да. У меня Skyrim. У меня серьезно. Самая любимая игра — это Skyrim. Почему? Я не скажу, что, знаете, я могу просто вечно в нее играть. Но просто Skyrim — это та игра, в которую я начинал играть еще 2011 года. Да, в нее можно играть, в нее можно наиграться. Она может немножечко надоесть. Но через время ты опять возвращаешься к этой игре. Опять, опять, опять и опять. Это Skyrim. Это Skyrim. Вау, 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 вау. Что-то мне тут выскочило не то. Все. Винтерхолд. Подвести? Да. Ну, куда едем? Коллегия Винтерхолда. Залезай в повозку. 50 монеток. Самая дорогая, по-моему, да? Отличная погода для поездки. Она продержится. Алмаз, привет. Divinity. Многие ребята мне за нее говорили, но
кажется, я даже начинал. Это не та игра случайно, что ты играешь как в стратегическую игру. У тебя там толпа такая, вот ребят, там 3 или 4 персонажа, и во время боя открывается там какой-то режим паузы, и ты там сначала... Извини. Ты там сначала команды там, ты нападаешь на того, ты нападаешь на того, и потом начинается бой в реальном времени. Это оно? Или нет? Или я что-то путаю? Если да, то, увы, мне такие жанры не очень нравятся. С меня стратег, скажем так, не очень. Ты ведь считаешь, что восстановление — полноценная школа магии, достойное изучения? Конечно. Хорошо. Хорошо. Не то, чтобы мне требовалось какое-то подтверждение. Привет. Добро пожаловать в коллегию. Не, к тебе. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но может она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну хорошо. Что, начнем? Начнем. Осмотреться. Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих... Ваня, прости, но я пошел играть в Скайрим. Фестин, красавчик. Для лекций, практических занятий и общих собраний. Покажи мне мою комнату. Над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. Живицу сонного дерева, да. Асер косплей, я знаю. Я знаю, что она еще... Тот персонаж, у нее своя тайна. Можно, в принципе, замутить и видео на эту тему. Но сейчас у меня есть другая крутая тема. Я ее приготовлю, и видео будет в воскресенье. Все, приходите. Так, стоп. Где наша комната? Я слишком быстро побежал? Или я вообще не туда побежал? Ага, давайте ее дождемся. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Угу. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. Вербин, привет. Я твой фанат. Иван, это очень приятно. Це, як кажуть, добре. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Ага. Скоро ты с ними познакомишься. Ой, классно. Теперь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии... Спасибо. ...собираются для лекций и практических занятий. Ой, как хорошо. Прекрасно. Замечательно. Давайте поспим немножечко. Вот. Немножко выспались, и теперь только немножечко голодны, нормально голодны. Вот. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди... Коллегию магов -то особо мне нет смысла проходить, мне просто нужно сейчас пройти главный квест, чтобы я смог взять самого крутого напарника. Да. Воу. И как раз ту локацию будем проходить. Будет здорово. Немножечко подлагал. Enter game. Вау. Спасибо тебе за донат. Ну же, где Ваня? Ребят, кто хочет, чтобы Ванюшка пришел, пишите плюс. Скоро он придет. Поверь. Уже темнеет. Спасибо тебе. Спасибо. Постоянно и опасно. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. Тип, по поводу этого мода можешь написать в предложке в ВК, в группе ВК. Предложки в группе ВК, вот. Я посмотрю. Угу. Или напиши на почту. В описании канала моего есть моя почта. Ты играл за Органианина, рептилию? Да, было такое у меня прохождение когда-то.
Было. О мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы, учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Плюс. Ну, сейчас я никак не смогу вам показать, ребят. Его сейчас нет, они сейчас гуляют. Скоро придут, не волнуйтесь. Скоро, может быть, минут через 10. Я обязательно вам Ванюшку покажу. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Безопасность прежде всего. Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Не слушайте его. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Да. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Норды рулят. Я покажу вам охрану. Видеокарта 1080 Ti. Мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Ваня, ты говорил, что лучший напарник — это Дертикус. Он крутой. Но мы возьмем другого лучшего. Ну и ладно. Я не знаю, берегов. Я могу научить тебя сам. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты... А я? Блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. О. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. Сюда, по-моему, да? Теперь скажи защитное заклинание и... Стой смирно. Великолепно. Андрей Хомыч, привет. Что ж, думаю, это отлично. Бладскал, помню, да. Прошу вас, продолжайте. Цицерон. Цицерон классный, но, честно говоря, его фразы потом начинают бесить. Ваня, напиши мне вайбер. Ну, сейчас не могу, извини. Чуть попозже. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что... Красноуфинску. Привет, Красноуфинску. Я правильно прочитал? Валерия. Красноуфинску. Да? Привет. Так. Ребят, ты здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях школы разрушения? А, нет. А, это хорошо. Но Дзарга выучит их первым. Хорошо наконец-то оказаться среди магов, которые могут угнаться за Дзарго. Угу. Похоже, тебе тут нравится. Дзарга надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Вау. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Вот так вот. Это типа, знаете, намек, что каджиты воришки. Ладненько, ребят, погнали. Мы хорошо отдохнули, мы хорошо выспались и... В глубинах Саартала нам нужно туда отправиться. 100% там, наверное, сейчас появится дракон, но будем драться, да. Будем драться. Попробуем пройти этот квест, и только потом получим нашего компаньона. После еще одного квеста. Да, не все так просто, как оно кажется. Вау! Евгений Гончаров. Спасибо тебе. Привет. Спасибо за твои гайды по Скайрим. Спасибо. Что смотришь? Ну, посмотрите, какие они беззаботные. Идут такие, знаете, крутые. Все типа хорошо. Все офигенски. Но мне это не нравится. Ну что ж, ребят, начнем. Начнем драться. Ребятки меня ждут. Да, активировался квест Dragonborn. Dragonborn. Вау. Может, давайте их сбросим со скалы, а? Давайте их сбросим, потому что, мне кажется, моего крика уже должно быть достаточно. Ага. Только потом, вот туда попробуем. Вот тут маги. Отличненько, давайте здесь.
такие, ребят, подвиньтесь. Сейчас начнется. Эй, ты, это тебя прозывают Довокин? Да. Никто не клюнет. Когда объявится лорд Мирак, все присягнут ему. Никто не смеет ему противостоять. А, фиг там. Фиг там, я их могу куда-то скинуть. Поехали драться. Зомбяк, голожопик. Поехали! Черт! На! Что за нафиг? Почему я их не смог скинуть? Это вообще печалька. Ну идите сюда, ребят. Эй, ты. Это тебя прозывают? Да. Никто. Когда объявится лорд Мирак, все присягнут ему. Никто не смеет ему противостоять. Фиг там. Вот нафиг. Воу-воу-воу, он почти себя скинул, нифига себе. Кто-то меня палит. А, я слишком близко к ней подхожу. Гляньте. Воу, воу. Воу, 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 воу. Вы посмотрите, что это такое. Ноль здоровья. Это вообще реально? Как? Как такое может быть? Вы посмотрите, я хочу сделать скрин. Ну, мне, знаете, было такое ранее, что там чуть-чуть, ну, когда ноль, и я еще остался... Нет, подождите, или я сейчас умру. Это, наверное, огонь, да? Вот это фарт! Вот это я такого еще не помню. Нифига себе, ноль! Это, знаете, это... Я понимаю, это может быть для кого-то не важно. Это для меня какая-то как будто ячейка достижения. Какого-то достижения. Так, где мой... Где хороший, где плохой? Черт! Я вообще близко не могу подойти. Маны не хватает. Маны не хватает. Вот, блин. Черт! Так, одежда. Одежда. Раз. И капюшончик. Два. Мне, кстати, их несколько. Обратненько. Обратненько. Хотя, честно говоря, оно мне так особо сильно не помогает. Блин! Да что это такое? Кто вообще? А, вы поняли? Вон кто, он еще выжил все-таки, гад. Вот это да. Воу! Он, видели? Вот это нежданчик! Вот это да! Офигеть! О, нормально тут и девочка. Мастер разрушения нормально помогает мне, вы посмотрите. Нормально они напали, сейчас развалит. Не, ну если будут маги одни где-то в какой-то локации, они меня будут уничтожать очень быстро. Без камня Транаха это, конечно, пипец. Тут огнем его палит, тут молнией. Я еще ого-го! На! Воу! Вот это добивание сработало! Надеюсь, у тебя записка, слава богу. Я-то думал, у того записка и нужно будет туда. Дарья, ты топ, спасибо. Ребятки, Майкл Джетс, привет. Зачем магу броня? Майкл думает. Подловил. Стоимость 300 и весит 1 килограмм. Конечно же, мы ее заберем. И, в принципе, можно все забрать. Оно все легкое у них и дорогое. Это немаловажно. Вот это да! Не, ну когда у меня осталось 0 здоровья, я такого не помню. Офигеть. Skyrim. Это Skyrim.
Ух, ладненько. Успокаиваемся. Успокаиваемся. Погнали. Кирилл Каратенко, привет. Приветик. Олег, привет. Сейчас вам поясню, что вообще происходит. Я немножечко прохожу первый квест коллеги Винтерхолл. Почему? Да потому что я хочу взять одного очень крутого компаньона. Это их, по-моему, несколько, но кот лучший. Конечно, кот лучший. Джарга, у которого уровень не ограничен прокачкой. Да, ребят, он не ограничен прокачкой. И он качается вместе с вами. Желательно убрать с первых уровней себе и бегать. Он классный, он будет меня дополнять. Он маг. Он маг разрушения. У него магия будет постепенно качаться. Также в будущем я, конечно же, отдам ему колечко поджига. Самую имбовую магию в игре. И он с удовольствием будет использовать. Также будем отдавать ему крутые топовые шмоточки для мага. И, конечно же, мы получим сверхофигенные посохи. Посохи, которые были в дополнениях, получим чуть позже. Но пока все по графику, все по чуть-чуть. Не спеша. Так, стоп. Мне вот сюда. Волки, привет. Волки, пока. Джарга топ. Джарга лучший. Я хочу с ним побегать, ребятки, в этом... Воу! Воу! Так, давайте не будем сильно увлекаться. Хотя, давайте посмотрим, на что способен наш Пегас. Да это имба. Он прыгает с любой высоты. Ему пофиг. Не, по-моему, с очень большой высоты вы с него падаете, но остаетесь живы. И он остается жив. Мы пришли слишком быстро, ребят. Слишком быстро мы сюда пришли. И нужно подождать. Давайте подождем часик. Вот. О, уже голодный. Да ладно. Пища, супик, вот. Скайрим для всех, Тинлис. Возьми это, ты прав. Я потом вернусь и заберу. Беглец. Не потеряй. Мне не до разговоров. Думаешь, вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. Андрей Михно, привет. Бля, прячется. А где второй парень, который сейчас прибежит? Так, ну что, пошли? Ну вот мы все. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно. Помогите! Но осторожность не помешает. Что за фигня? Это второй? Тут мимо никто не пробегал. Ложь. Да, он туда побежал. Отлично, спасибо. Мерзавец меня обокрал, но я его поймаю. Я порежу тебя! Тебе не спрятаться от меня. Да отстань ты! Еду? Вау, пока мы ждали, мы замерзли. Перемещение замедлено на 30%. Но сейчас нам должны отогреться. Пелена, господи, как она меня напрягает! Сейчас должно бы чуть-чуть согреться. Алексей Астафьев, привет тебе. Как у твой любимый класс в Скайриме? Любимый. Любимый — это понятие растяжимое, ты знаешь? Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Что мы ищем? Все, что только может пригодиться. Вот так вот. Поэтому мне и нравится это место. Мы понятия не имеем. Пукало, привет. А если при этом... Кейт Вор, Вор, Тенлис. Дойдут хотя бы до нескольких учеников, тем лучше. Ты играешь на выживание?
Да, Фред, я играю в выживание, еще с прозрачным худом. Ну, как видишь, меню прозрачное. Не видно, сколько ты здоровья осталось, где враги находятся. Почему бы и нет? Нет. До встречи. Черт, хотел же, чтобы чат не убежал. Все-таки убежал. Ну что ж, пойдем. Фесано. Конечно, каджиты. Конечно же, это каджиты. Любимая раса. Я думаю, это... что нам тут место. Кто знает, что мы можем найти здесь? Что узнает? Сейчас что-нибудь найдем. О, грибочки. Давайте заберем. Кстати, я понабирал разных ингредиентов. Давайте скушаем по одному. Тех эффектов, которые мы не знаем. Потому что алхимию я, ребята, буду все-таки использовать. Вот, по одному. Эктоплазма. О, эктоплазма такой ингредиент. Ничего не трогай. Вот так вот. Он задавал чересчур много вопросов. Мне кажется, талмарцы пытаются украсть плоды моих изысканий. Камушки. По-моему, тут нужно колечки собрать или же просто зайти вот сюда. Да, а здесь взять этот амулетик. Дверь закроется и... Что это еще за грохот? Все в порядке? Привет. Сам GK, привет. Майку не нравится на зиму, он очень грубый. Я не могу выбраться. Как же это могло случиться? Модером? Доминион? Мне нужно подумать. Был амулет. Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Воу. Одежда. Амулет Саартала. Заклинание расходует на 3% меньше магии. Только разрушение. Вы, конечно, извините, но я все-таки одену обратненько свой к переносимому весу. Пойдем. Так. Сейчас наконец-то начнутся драки. О, кажется, мои идут. Уже. Зачем тут печать? Ваня, объясни мне, что когда я место? Скучаю с Карим SE, то режим выживания будет бесплатный? Нет, Олег, он в дополнениях, он платный. Режим выживания платный. Я вообще-то не маг. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Какой крутой у него наряд, да? Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя ждет. Это предупреждение ты слышишь, потому что у тебя верит орден Сити. Угу. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Иван, что такое? Кого я игнорю? И знаю, что орден наблюдает. Интергейм. Да, сейчас Ванюшка придет. Покажу всем свою я Ванюшку. Клянусь, в тот момент я да. Почувствовал что-то очень странное. Очень-очень странное. Что это было? Появился какой-то призрак. Боюсь, я ничего не вижу. О, вы уже слышите Ванюшку. Можешь описать, что произошло? Орден призрак. Пшиджиков. Это точно? Псиджиков, господи. Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть.
Когда нестандартное прохождение? Нестандартное прохождение после того, как последняя серия доберет 30 тысяч просмотров, нужно будет сделать ее рекламку, потому что я хочу, скорее всего, по главному квесту будет финальная. Хотя, может быть, и нет. Не имею ни малейшего представления, но это потрясающе. Если это правда, конечно. Юный Дова идет. Исчез сотни лет назад. И после этого об Сиджиках не было. Мастер Плей, не гнорь, плиз. А что ты писал? Эй, привет тебе передать. Ваня, тебя все ждут. Это можно считать комплиментом. Сиджики всегда вели дела. Хотят поздороваться. Раздевайтесь. Замерзли? Ой, Ванечка. Ой, ты боже мой маленький. Иди сюда, иди со всеми поздоровайся. Опа. Вот такой у меня Ванюшка. Какое-то освещение стало сильно яркое. А ну, повыше. Вот. Всем привет. Правда, я не знаю, куда смотреть. И хрумкую печеньку. Да, это мой сыночек. Он вернулся. Да, те, кто смотрели мой вчерашний стрим, помнят его. Очень громкий Туум у нашего юного Довокина. Очень громкий. Ладненько, Ваня, давай переодеваться. Ладненько, ребят, не успели все-таки сегодня побегать, позачищать локации какие-то. Время у меня уже подходит. Сейчас будем кушать, переодеваться, одеваться. Так что я буду сохраняться. О, ну да. Конечно. Давайте только сейчас разберемся с этими ребятками. Давай. Ванечка. Черт, это же свой. Я его немножечко перепутал. Вань, ты опять хочешь со всеми поздороваться? Давай. Так, ладненько, ребят. На этом я заканчиваю. Всем огромнейшее спасибо, что пришли. На записи стримах скоро будет эта запись. Крутые, да? Ладненько, ребят. Всем огромное спасибо за ваши донаты, за ваши комментарии. Простите те ребята, с которых я проигнорил. Если что, пишите мне на почту. Асков... спасибо. Сумку внутри столика. Кстати, я ее постоянно пропускал, да? Сумку. Оу. Неплохо так. Крутая сумочка. Я как-то на нее не обращал внимания. Спасибо. Давайте сохранимся, потому что в следующем прохождении я, скорее всего, это все забуду. Все, ребят. Всем огромное спасибо. И всем пока. Ой, Ваня не видно. Холодный. Да, чуть-чуть.